которая сейчас будет, если... У меня без этого... Тасманский дьявол сейчас вылетит на Джека, брат. Я сказал, будет торнадо, значит, будет вот торнадо. Именно. Да, среди прочего, мы едем в Сибирь. Да? Осталось ехать 33 километра. Нам нормально. А что такое слева? Вот эта вышка очередная, да? Я вообще не знаю, что. Давай мы съедем туда. Гигантская корова справа! Очередная вывеска, Джек. Да. Джек, давай на вышке заезжай. Это просто пипец. Артур, тут гигантская корова. Джек, я за тобой прям еду. Я еду к корове, я не поеду туда, куда надо, но налево, но я поеду к корове. Джек, ты убился, по-моему. Я буду молиться ей. Это мое новое божество. О, великая корова, дай мне сил. Ори, дори. Да, избавь меня от всех этих глупых. Джек, я что-то не вижу, что ты здесь. Я вот тут, вот я он. Ну все. Просто стой, не двигайся. Стой, не двигайся. Смотри. Привет! Джек, по-моему, машины помыть надо. Вообще, в хлам. Нет. Так, проверим. Ладно, поехали дальше по нашей сейчас дороге. Сейчас я проверю, как там, вот у нас товарищ, которого нужно принять. Тут буйволы гоняют. Приглашение принято. А, он пока не может присоединиться, потому что он все еще в HQ, там машину тюнит, видимо, да? Не-не-не, я гонку прошел уже, вот сейчас воркшоп залез, по идее, сейчас скоро смогу присоединиться. А, ну, хорошо. Я обожаю миссию здесь, вот эти. Джек, ну-ка остановись. Я хочу посмотреть, насколько ты в грязюке весь. По сравнению с вами. Нормально. Ну-ка подожди, стой. Фу, по сравнению со мной. Я, по идее, фридрайв открылся. Слышь, вот это парень конченый, да? Вообще. Так, хорошо. Это мы не про тебя, Дима. Я понял. Я тоже вас люблю. Все нормально. Так, invite and crew, все, пошел процесс. Джек, куда ты поехал? Жди свои. Черные холмы. А если кто интересуется, по карте мы проехали от Детройта и едем вот сюда, в штат Mountain States. Впереди 32 километра, некогда разговаривать, мы должны ехать. Мы сейчас в горы поедем. Нюхать кокс. Кокс, кокс. Димчик, ты на чем? По идее принял, форт. А я тебя вижу уже. Или это не ты? Нет, вы в 20 километрах от меня. Да нормально, ты можешь выбрать нас и присоединиться к нам, просто джойн сделать на одного из нас. Сейчас сделаю. Пока. Джек! Только не на него, он отстойный, на меня. Джек, ждать. Куда ты уехал? Джек, ждать. Природа в игре неплохая. У меня какой-то чувак чуть не обогнал вообще, он обогнал меня, это вызов. Это вызов? Господи. Нет, я не могу к вам джойниться, видимо, потому что я как раз таки карту эту вижу, так что зря вы так далеко пидрючили. Ну, она остается 9 километров. Джек, остановись. Я остановился, стою на месте. А я думаю, это потому, что нам нужно остановиться. О, да, Димон в 19 километрах появился. Это фигня всего. Сейчас, посмотрим. Вау, машина из воздуха. Ну, вы в Чикаго были или вы проехали? Так, давай, короче, сейчас мы тогда отправимся к Димке и оттуда поедем в куда-нибудь другое место. Поедем в Статую Свободы смотреть. Йеллоустоун, мы же через Йеллоустоун проедем, а, ребят? Он не взорвется? Ну вот тут это прям по нашей дороге. А, ладно, я джоин к Даймосу. Все, я оказался около него. Опять так, в этом. Тут, короче, можно fast travel, только если ты был в этом месте. То есть, ну, если вот... бы я там был до вас, то я бы смог к вам присоединиться. Школьный автобус кончился вообще от того, какие мы крутые. Так, хорошо. А я могу вас тут на какое-нибудь задание пригласить рядом со мной, и мы бы его выполнили, потом тут бы остались и поехали туда, куда нам надо. Ну да, попробуй, давай. План, план, понял. Давай пробовать. Так, селект. Какой ты хитрый. А мы пока погоняем, да. А чё вы все берете? А, это Мустанг взял. Да, Джека, да. Камара. Все на маслах таких. Обожаю Мустанг. Обожаю камеру. Так, сейчас я вас приглашу. На самом деле я и Ниссанчик обожаю. Настя, зайти. Блин, ну только покрасил, а. Сюда, я тебя просто обнимаю. О, да, это типа задание на так сделать, я же думаю. Чё? Ой, подождите. Тут какие-то странные машины и обнимашки происходят. Слышь, тут реально какой-то этот строится. А вот если я вышку активирую, это типа для всей команды она активируется или как? Я не знаю, давай активируй. Вообще лучше бы ты к нам шел и все вместе бы делали, а не как отстойник. Там вообще как всегда, короче. Ну как всегда, да. Там задание должно было быть. Это за какие-то задания тут, короче, бесят меня, дайте я к вам. Как... Короче, можно на Майами поехать. Майами, Нью-Йорк. Вы были в Майами. Ну, мы через Нью-Йорк проедем, Майами.
Малибу хочу. А чего у него тут этого нету, как его, Манхэттена? Что за Нью-Йорк такой без Манхэттена? Я, короче, в прошлый раз ехал на запад и доехал до Лас-Вегаса через, короче, Великий каньон. Было круто. Ну вот Нью-Йорк, Майами, это тоже зашибись. А можно через Йеллоустоун проехать? На западе есть еще Лос-Анджелес, тоже красивый городишко. Только я никого из вас на карте-то не вижу в этом смысле. Короче, нет, тебе нужно в Детройт. В Детройте ты нас увидишь, и оттуда мы весь путь по-новому проделаем. Сегодня на записи это все было. Ну не так, мы доедем, допустим, до Мидвеста, и оттуда поедем по-другому, короче. Ну, в ту же сторону, но по-другому. Давай, Джек, уже этот самое. Ну, ты понял. Я в Детройте. Кстати, все? Быстро очень перейти. Поставь Джек вейпоинт. Как ты хочешь поехать? Да. Дима, ну, вот его? Так же, как мы и ехали через Йеллоустонский город. Заповедник. Джек Шепард. Ты до Солт-Лейк-Сити хотел ехать, да? 400 метров. Возможно. Тут какой-то Фергус пас. Я хочу вот на север туда. А ты сейчас нам всем поставишь вейпоинт или как, интересно? Вот я его поставил, не знаю, вы его видите, но... Так, сейчас посмотрим. Сейчас. Тут какой-то огромный вулкан или что это? Нет. Видно, меня... нет, синенький. Солт-Лейк-Сити вот стоит у меня. Вот, Артур, выше и левей. Все северные роки какие-то. Вот туда тыкни. Я ничего не вижу. Что? Выше и левей Солт-Лейк-Сити? Где-нибудь даже... Ну да, давай до Солт-Лейк-Сити, оттуда я... Я не вижу Солт-Лейк-Сити, он где по карте находится? Он помечен тобой. Так, метка твоя стоит. То есть мы до него едем сейчас, да? Да. Ну все, погнали, короче. Кто первый, тот нормальный, а все остальные так не очень. Я думал, ты нормальный, а ты ненормальный. Я, конечно, понимаю, что я, наверное, дальше всех нахожусь. Ладно, значит, я не очень. Давайте, у нас такой Need for Speed Run будет сейчас. Через все... От запада до востока, короче. Я по такой классику еду. Пацаны, не хочу вас огорчить, конечно. Не хочу, конечно, тебя. Да ты залипишь на коровье, как всегда, все нормально. Да нормально 56, мать его, километров ехать. Ой-ой-ой. Я вас вообще огорчить не хочу, наверное, километров на 15 ближе, чем вы к точке. По-моему, выиграю. По-моему, это нечестно. Просто тут работает система, как в Test Drive Unlimited. То есть, если ты по какой-то трассе ехал, ты на любой ее участок можешь телепортироваться. Ну, вот это было совсем нечестно сейчас. Про это и говорю. Короче, я сейчас куда-нибудь к вам тут на трассу кинусь. Я вижу. Короче, Джек, просто кто первым придет, тот вообще не очень такой. Знаете, что я заметил? Кажется, очень сильно мне кажется, что немножко проправили физику с последнего раза. Она гораздо труднее машины начала вести себя на дороге. Ну, раньше я как-то... Я сейчас не на запись, короче, реально этот, в бордюр влетел. Он углом стоял, обычный бордюр. Я об него так шарахнулся, что бордюры... Короче, в этой игре надо бояться бордюров. Или это только у меня одного есть? У меня стал роботом. Робот. Я тебя люблю, мы так хотели. Что? Робот. Я тебя хочу и поверить. Веселые песни Артура по сношению роботов. А что, это задание уберись. Вот, кстати, иногда раздражает вот эти челленджи, вот скакивают на весь экран и все. Не знаю, мне понравилось. У меня машины исчезают, правда, почему-то. Это, наверное, из-за десинка какого-нибудь. А, я челлендж реально на весь экран. На карте, и почему-то странно. Вы типа... О, черт! Не, вот это было. У меня проехали. Только что, короче, Дима сказал про это, про то, что на весь экран это фигня. У меня появляется фигня на весь экран. Пока я в ней лазаю лоб в лоб на скорости 200 километров, короче, с каким-то савчиком. Ого, я про это и говорю, да. Тоже вылезла, короче, на весь экран табличка. Я думаю, потом она будет где-нибудь с краешку там вылазить. Или там хотя бы полупрозрачно, чтобы было, не знаю. Это как с батлой третьей. Сначала в бете там все раздражало, и чат был на весь экран. А потом все сделали как надо. Даже альфа, по-моему, это было. Я уж не помню. О, черт. О, мне вас на карте показали, наконец. А ты где находишься? Я сзади вас оказался, как. Ну, короче, давайте не будем соревноваться, это отстойно. Ну да. Давайте просто посмотрим природу. Учитывая, что Димон первый там. Да, ну, просто если бы я был первый, то я бы настаивал, а так... Ну, короче, они не очень, вы поняли, да?
Наверняка не записывают. Я-то записываю все. Я тоже записываю. Все знают, какой ты знаешь. О, это мой призрак, я тут уже проезжал. И он ехал лучше меня сегодняшнего. Это вы странно. Вы этим, как у азотом-то пользуете? Конечно. Да. Четкая вещь. Короче, тут, короче, пожар поехал куда-то. Я вас буду ждать возле отеля, кафе. Все дела, вот, хочу скататься. Не, меня очень сильно забавляет здесь, вот прям очень-очень нравится то, что можно с трассы съехать и уехать куда-нибудь там, какого-нибудь оленя сбить. Ну, и не то, что оленя сбить, там защитники животных сейчас могут этот... Ну, но оленя сбить. Но оленя сбить нужно обязательно. Не то, чтобы насмерть, но сбить. Насмерть. Джек, это ты. Нет, я не знаю. Отлично, зашел поворот, чувак, отлично просто. Какую классику ты это сделал? Ну, то есть у меня сейчас там скрипочки, дудочки, ага. Ты так вылетаешь в стенку. А я музыку убавил, потому что арабы. Ну, это понятно, но оно мне прям на минимум. Я вообще ее не слышу, когда я не включаю. Привет. Че, воркуйтесь, машина, меняйте свои. Да, вообще капец, моя машина дороже всех, пожалуйста. А вот своих заставочек пошла пустая. Ну, я врезался. Джек, по-моему, не врезался единственный. Меня показало. Мичиган. В Дюксвиль какой-то заехали. Я говорю, Визервиль. Джек. Кто лидер этой гонки? Чего говоришь там про лидера? Я лидер этой гонки. Дерзя там в тренинге. Пока, Джек. Парты понеслись. Понятно все. Короче, я приторможу. Хватит тарать этого засранца. Не, вот так вот просто ехать, такое ощущение дорожного приключения. Прикольно. Трафик очень круто в игре сделан. В городе много, на трассе мало. Мне нравится. Мосты, природа. Сейчас еще до зимних мест доедем. Там вообще потрясающие виды. Мы сейчас по Йеллоустонскому заповеднику поедем. Джек все. Йеллоустон. Ты как этот, Вуди Харрельсон в 2012. Да, я там. Ты не Вуди Харрельсон, если что-то, я загримирован был. Ну или так. О, такой маленький городок, крутой. Я бы не знаю, в таком хотел бы жить. А я бы нет, потому что... Эй, урод, с дороги! Ты бы жил бы. Встречал бы себя, урод, с дороги. Короче, я ничего не знаю, но победитель этой гонки, по-моему, явно уже ясен. Какой, блин, осталось всего 39 километров. А, черт. Всего ничего. Ага. Попробуй с видом от третьего лица поездить. Я вообще не люблю этот вид и не могу с ним ездить. Меня, кстати, очень долго ругали за то, что я весь мотор в прошлый раз снял от первого лица. Но, блин, я по кайфу именно с кабины ездить. А я с капота езжу. Не знаю, привычка такая. С капота тоже. Но вот когда руль ставлю, тогда я от капота езжу всегда. Не могу видеть руль на столе и ничего. А так с геймпадиком. А с рулями... Не знаю, так и скорость не так сильно ощущается с видом от этой улицы. Нихера себе наглый на дороге. Аккуратно там. Наглый. Кто? Ты? Древний. О, дельтаплан. Это просто я его бортанул, да. А, Джек Шепард, а как ты впереди оказался? Ты опять воспользовался? А он как почти так оказался. Я его догоняю, кстати. Сейчас там... Я по оффроду там вообще запрещалочка. Ага, ну да, я понял. Засмотрелся, короче, и поехал не туда. Вот так вот, такие, как я. О, это же место, где сейчас эта корова рядом будет, нет? Лиса, деревья. Да, да, сейчас это будет. Что за... Мелка, яйца. Мелка, ай, полетел. Ой. Мост, вода, черт, сейчас не будет. Ай, твою. Дима, это дамба, ты не там едешь. Блин, у меня скинуло, короче. Слушайте, я очень надеялся, такая погода. Я не знаю, я третьего лица все врезаюсь, мне это бесит. Я очень надеялся, что нырну в воду, короче. Меня кинут на дорогу, но нет, меня кинули прямо рядом с водой. Тебя кинули в воду еще. Меня кинули. Корова, поливы, много коров. Блин, а если газ вот не давить, вот прям вообще в мясо, то можно в поворот уходить. Поле, я по полю. Тут на самом деле можно и по правилам ездить. Блин, слышь, я так круто срезаю, мне прям нравится.
Да, машина, конечно, второй. Говно вообще, мыть не перемыть потом. Тут реально лобзиком потом оттирать. Мне вообще не нравится, как я сексуально. О, смотри, тут яки, бизоны! Бизоны разбежались. Слушайте, по оффроду есть... У меня машина, правда, что-то себя плохо чувствует, по-моему. Ну, короче, там было стадо бизонов, и я почувствовал себя частью природы. Выбежал голый белый с ними. Фура, мама! Мама, меня фура убила! В этот момент я тоже вырезаюсь по маске. Капец. Мама, фура убила! Слушай, я тут вообще красиво. А я сейчас заеду здесь, проверю здесь вышку около коровы этой большой. Попробую ее открыть. Может, нам какие-то задания здесь откроются. Просто ради интереса. Мы же едем 50 тысяч километров. Да сейчас поедем, господи. Родмуви у нас. Правильно, подожди меня. А да, я в последний раз, когда... Артур, говорят... что он может на трассу тыкнуться и появиться рядом с нами? Он же там был, где я сейчас. Тут вышка в прошлый раз была, а теперь нет. Какой-то отстой. Ну и вот, я ее спидил. Я, короче, как-то решил, вообще мне не видел нас реже. Ой, я нашел эту большую корову, как раз говоря. Я в лес еду! Ааа, нет тормозов! О, черт. Я какой-то проселочной дорогой, вообще пипец. Она мне советует развернуться, но это будет очень долго. Я лучше. Кто она такая, чтобы тебе советовать? Действительно. Молчать, ничтожество! Это у тебя враг. Так, а вот тут развилка по моей метке или по вашей ехать, по какой? Я не знаю, я еду в лесу. Моя уходит вообще... далеко в горы, а вот ваша по Йеллоустоуну будет. А там, где горы, там озера. Едь по нашей. И наша пропала в этот момент. Супер. Вот это, короче... Куда делась метка, что за подстава? Эту трассу, говорю, эту карту надо импортировать в DayZ. Поехали реально в горы, ребят, я передумал. В DayZ. За мной поехали. Я бы здесь побегал. Надо. Блин. Я бы на перекрестке, да. У меня сейчас почему-то очень странно. Облака. Там вертолет, спасатели. Может позвонить, чтобы они меня спасли? Давай еще плевать, сам доедешь. Здесь Silver Hills, я дома. Ладно, хоть не Black Silver. Да тут такие тоже есть, ребята. Слушай, а тут можно же как-то машину переделать в джип, насколько я помню. Да, трансформироваться. В бомбу. Не, реально трансформироваться. Джек, Диман, ты не туда поехал. Да я понял, у меня метка нет. Тебе нужно на ветку не сейчас почувствую. О, на мать. Я, короче, ничего не хочу сказать, меня эта эпопея дико забавляет с оффроудом, но я, наверное, сейчас к вам перемещусь, потому что я уже по этой дикой местности наездился, честно говоря. Давайте до озера похода доедем. Артур, вот открой карту сейчас. Сейчас, подожди, у меня машина на куски развалится. Так, Джек, ты там спереди вроде едешь, да? Да. Почему у тебя колеса крутятся, Джек? Ну ты на месте стоишь. Я просто на месте стою, ничего не знаю. А я не могу джоин сделать. Я забыл, здесь же этот. Да-да-да. Ну хорошо, я поехал своим ходом. Как мне для вас показать, куда мы едем? Короче, самая северная точка. А ты ставишь метку тыкать. И... Ты сейчас поставил, да, мне? Да, я поставил метку. Тут какой-то вулкан или типа того. Потом от него до озера похода доедем. Куда я попал? Короче, в сторону Сиэтла. Но мы поедем по самому, по самой северной дороге. Вот все люди как люди. Артур, ты где? Я? Короче, за тобой поеду. Не скажу. Но эта машина явно не готова была к такому дерьму. Артур, тебе там надо будет на заворотке направо сломать. А, черт, не влез. Давай, блин, давай. Вот ощущение, что мы втроем там поехали вот через вот эти все места, реально очень приятно. Ну, ты теперь не гони вперед, чтобы тебе ну, да, я терялся. Короче, имею сказать, что еще чуть-чуть, и я буду с вами, или взорвусь к хренам вообще. Едет такой, знаешь, у него там пол корпуса нет, короче, рубашка разорвана, там крыша просто спидана. На машине птицы, белки. А, да, на воз там на заднем сиденье. Не, я реально повидал серьезное дерьмо. О, черт. Так, короче, мне нужно... Мы едем вот еле-еле, Артур, прям вот буквально сколько я сотню еду. Ох, ничего себе, смотри, зданица какое. Да, на полной скорости нужно, ты помнишь. Вы что там, в дикую местность поехали, что ли? Да-да-да. Ну, так да, я да. Там был, я к вам джойн сейчас, короче, делаю. И эту дикую местность всю изъездил. Короче, пипец. Поехать быстрее, остался на дороге. Ладно, поехали.
Робинзон вернулся. Тихо. Ой, прости. Полетел, блин. А там делайте. Я нечаянно бортанул, товарищи. Вообще нечаянно. Все, я еду, давай. Да, я какой-то спид-скилл открыл. О, здесь такой, это талон вейк. Конечно. Тут сейчас вообще будет очень красиво, я думаю. Короче, блин, это реально круто. Даже просто по приколу ездить. Да, да, я говорю. Вот о чем я и говорил. Здесь я в гонки уже вообще давно не играл. Мама, фура! Я помню, мне почему-то на... Из дороги полетел. Я помню, не про спид, которая была с этими... С актером там прям супер. Ранд, который? Да. Там можно было ездить именно по Америке. Вот мне именно из-за этого я только ее прошел. А я помню самый первый Need for Speed на Panasonic 3DO, который по природе тоже и по приколу. Не, да я старый, вообще как это, все. Как мамонт. А, ну да. Вернее, как говно мамонта. А, да. У меня вейпоинта нет, я просто за Джеком еду. Да, да, просто за мной. Да, у меня то же самое, я с тобой. Я тоже за Джеком ехал, а не с тобой, если ты меня не ботанул. Ну да. О, там самолет, похоже, сейчас пожар тушить будет. Такой. Такой типа подлетает, такой пожар и такой. О, нормально. Артур проехал, короче, мимо птичек английские, они как стаи, херак бы хотели испугались. Прикольно. Я подревку такой. Так, за нами камеры могут наблюдать сейчас. Так что факи не показываем. Ага. Писуны спрятали в трусы. Конечно. Надо на внедорожье дать. О, это копы. Кликнем что-нибудь. Шериф. Они за превышение меня не арестуют? Да, вот здесь пока лицо вообще никто нас не догонит. 200 километров. Хорошо-то как. Ветер блин, в морду. Красота. Мухи на лобовухе. Вообще офигенные виды, ребят. О, медведь пробежал по дороге. Забавно, я не вижу. Хорошо, хоть вижу. Давай, Джек, поднажми. Да-да-да. Да-да-да. Вэйн. Фура, мама! Автобус! Я в тебя в итоге, я не в автобус. Да-да. Профессор Б, тут чейндж камера. Хочу я там чейндж. Вот что это у вас? Ой, вот. Я тоже хочу. О, слушайте, снег, мужики, снег. Снег. Вот сейчас вообще красота будет. Мы не на зимнем, да? Джек, давай вперед. Окей. О, вот это сейчас реально начнется. А вот можно заехать куда-нибудь, резину переобуть? Я себя довольно стрёмно. Ты теперь будешь в грязи, еще и сверху снегом покрыть. Да пипец, вот вообще реально нужен этот археологический молоточек. И отколоть потихоньку, слой за слоем. О, там в горах молния. Слышь, это реально пипец носит. Блин, у меня, короче, что-то с камерой творится бешеное. Как будто я сейчас умру от холода. Скорее всего. Переохлаждение, да? Закрой, дебил! Да еще и без трусов сидит там. Еще и без трусов. Плохо. Короче, здесь по снегу ездить только в дрифте, потому что по-другому машину вообще несет. Ну, я вижу, как Димка там боком большую часть трассы едет. Я сейчас целовался. А, стоп! Меня несет, да, меня из разных из стороны в сторону просто туда сюда. Вот здесь слалом выпадал. О, медведь опять бегает. Медведи бегают, короче. Как у тебя медведи бегают, у нас вообще ничего такого нет. Я вот тоже вы невнимательные бегал. Просто. Кстати, в прошлый раз, вот чем севернее мы заезжали, тем меньше игра работала. Машины стояли просто, не двигались. Тогда... Сейчас вроде пытаются. Надеюсь, что все хорошо, не ой. Я это увидел. Я в этом ехал. Решил в зеркало заднего вида посмотреть, а там любовь. Занесло. У меня были только что странные звуки, там пынь-пынь такие. А это я трусом два. А, ну ладно. Время. Попростудишься. Джеки, я ты думаю, сможешь, так ты сможешь. Я думаю, люди так знают, что едут. Это и вывеска вообще ничего не была. Вау, Джек, ты так резко, не уходи со встречки, там машины в лоб мне. О, я иногда башня. Зеркало заднего вида включаю, чтобы на вас потом сзади полюбоваться. Слушай, прикольный городок. Вот жалко, она по-моему, как раз... А нет, это не Salt Lake City, это какие-то индейцы тут живут.
Больше смотри на индейцев. О, смотри, нет, это какой-то... Может, это Тастен? А, не знаю, кстати. Он там тупой, еще тупее. Нет, это Сент Мэри. Я трейлер посмотрел этой второй части. Ты что, говорит, 20 лет сидел в поле, типа, дурил. Чтобы подшутить на мной? Да. А, Пуаро! Профессионал просто. Передо мной сейчас машина исчезла. Бывает, у меня несколько раз исчезали, в городе в основном. Это глюки от холода. Да, это просто Lifeless Planet. Джеки такой уехал, короче, всех бросил. Так я тихонечко и так стараюсь ехать. А, ну да. Просто у меня машина мощнее. Ну да. И лучше. Я вообще лидер этой конки. У тебя вейпоинт просто, Борюшко. Конечно, да. Ой-ой-ой, машина. Вот это на срез дерзко пошел. Быстрый и резкий, пацан дерзкий. Во, вот это мост. Серьезно. Я все думал, как эта штука называется. Без которой люди переезжают. Мост, оказывается. Здравствуйте! Чуть не убил людей. Меня зовут Кшип, что? Пшип, все с моими друзьями поехали. Я хотеть космос. Мы первый раз тут едем в Salt Lake City. Тут была Олимпиада недавно. Мы со Сталин приехали. Бум-бум. Хватит людей. Джеки, а? Остановись. Что такое? Ух, блин. Куда я поехал? Вы что там делаете? Я знаю, Джек. У меня машину на льду занесло, прикиньте. Джек, у тебя автобус! Машину не на... Авто, черт. У тебя не на льду занесло, я тебя отправил вниз просто. Отправил. Вот это вы подставили. Опа! Отбойник! Какие-то конченые водители. Отмороженные, я бы сказал. Никого не трогаешь, ничего. По правилам 200 км в час по встречке. Моя дорога, мои правила. Моя машина, мои правила. Это как это? Мой БелАЗ, мои правила. Опять туристический автобус. Мама, фура! Че никого не убило? Скучно. Почему слепстрима нет? Я хочу за Джеком ехать и в разреженном воздухе набирать ускорение. Я специально тебя его заряжаю. Я, по-моему, с дороги съехал. Сзади там только ваши значки вот так крутятся на 360 градусов. Это фокус, что ли? Ты вообще бесишь, короче, не очень такой. Ну да, конечно. Ладно, надо показать, как мы умеем ездить, да? Да, да, давай. Не только так. Ты куда поехал-то? Я показываю, как я умею ездить. Ну окей. Чувствую прям бар. Сейчас посыпется. Да-да-да, спасибо. Сделал радость сердце, гадость. Делал гадость, радость сердца. Радость, гадость, сердце. Радость, гадость. Тут какой-то серпантин стрёмный, я думаю, вообще напрямки. Серпантин. Потому что... Там стрёмный серпантин. В туалете каждый день сижу и думаю, что гадость — это радость. Ну, возможно, да. Ах, а счастье было так близко. Водитель от бога, я тут сижу. Говорят, что я отстой. Лось! Какой-то конченый. Кто не бежал на автобус? Вызовите эвакуатор. Помпи удался. Я сзади его типа говорю, лось, не надо, лось. Ладно, не буду. Я говорю, лось, есть для чего жить-то тебе? Зачем тебе самоубиваться? Разговор за доли секунды до... Да, и он свернул, он послушал меня. Да не, говорит, я это нормально, говорит. Такой, мне говорит, что ты бесишь? Ну, да? Мне же в магазин. Ну, ладно. Чё, тебе там не скучно, Джек, одному? Так я еду и так в пол.
пол. 172 километра в час. Всего 92 километра проехал на машине. 20 километров нам до цели. Каждый 20 метров ворот. 20 км до цели. Окей. Ну, вам, блин, 21. Мы третий пытаемся, да? О, мама, фура! Автобус такой. Прикольный. Двухэтажный. Не, ну тут, не знаю, я уже хочу выехать из леса. У меня чувство, что у меня нет лобового стекла, потому что вся морда впереди. О, я про это говорю. Ты уже с акваматкой не посидишь. Да, без трусов ты. Без трусов. Что я тут делаю? Что? О, олененок. Олененок Бенни. Что там? Как они так вылазят, умеют? Резко едешь себе спокойно по встречке и на тебе машина. Едешь спокойно, 200 километров. Купили права там. Глаза закрыл такой, да, в панике. Лося у тебя. Без мониторов ничего не едут. В аварии попадают сами. Еле сося. Да пипец, короче, бесит. Как он испугался, а? Прям как я. На сокращение, твою мать. Сократил. Джек, ну ты сейчас можешь забуксовать, как я, и потом тебе ничего не поможет, так назад возвращаться. А как ты опять вперед-то? Впереди оказался. Я телепортировался на читах. Что произошло со мной? Там этот воздушный шар. У меня машина не особо тянет наверх. Ну, только с таким видом покопаться. Куда вы поехали-то вообще? Не знаю, за Джеком. Не вперед, там все скачено, пацаны. А, ну окей. Не, с видом от третьего лица, конечно, это гораздо зрелищнее. Лось! Рэп за вас, ну. От третьего зрелищнее? Ага. Я когда, когда там прыгаешь? Я когда с дамбы летел, воду мне из кабины, так зрелищно было. Вообще все крутится, вертится, да, ноги, руки. Тебе там музыку надо поставить из этого, из профессионала. И все, ну, сейчас вот странно очень поворот вашего. Фульбит такой сделал небольшой. Очень капец, такая огромная карта. Это вот сейчас только понимаешь, сколько мы уже едем. Офигеть. А мы, блин, такой небольшой клочок. 16 километров еще, чувак, туда. Ну. И все это по лесам? Вся Америка. Блин, а было бы круто вообще, на самом деле, чтобы можно было там в Южную Америку, знаешь, в Канаду. Ну да, да. И вообще весь мир. Через Канаду в Алясочку. Садишься такой, короче, на этот... Параш. На пингвина и едешь. Ну, на пар... На айсберг заезжаешь, короче, и плывешь. Вот. И плывешь. И этот, заходишь там раз в день, проверяешь, сколько проплыл. Через полгода такой... Куда-нибудь на Мадагаскар тебя там... Мама, мама, я в Америке! Мужики, тут нет квестов, наврали! Все-таки, ну ты идиот, два года плыл просто. Ну, мужики... С Южного полюса на север. Потом, знаешь, такой уплыл оттуда обратно и такие, новый DLC, мы добавили на то место, где ничего не было, квест. Плывешь 20 лет и в конце, короче, тебя убивает ледышкой. Парни, нет слов. Черт, заново, не гейм. Вот это реально драма. Но только лучше, конечно. Короче, сейчас я такой... Если, вот... если бы еще этот, как... О, с дороги, слетел. Да-да-да, я очень слетел. Сделаю вид, что ничего не было. Вот это там полет истребителя. Только присоединюсь и буду ехать нормально. Потому что хватит уже. Все. О, нет, усор. А да. Конечно. Машина, что ты делаешь? У нее автомат какой-то странный. Я-то думал, мост здесь просто так, а он через воду. Ну, ты надеялся. Подожди, секунду. Опять же, мосты они не просто так названы. Куда я еду вообще? Я заблудился, парни. 11 километров еще. Джеки, ПВП это. Так, куда ты? Джеки. Давайте с бабой. Нет, нам до тебя нужно будет доехать. Короче, меня Дима там с панталыку сбил. Че, я сам слетел. Развернулся там куда-то и никуда поехал. Ты виноват. Я вообще пострадавший. Слетел с дороги, упал куда. Я пострадавший, страна. Пострадавший. Какой мусор? Мой артур был побит молотком. Короче, а тут интересное время суток еще меняется, нет? Вот, кстати, не помню, по-моему, да. Ну, вроде как, по идее, должно. В этом, как в итоговом релизе, должно быть. А вот сейчас не помню. Хотя,
Хотя я не так много катался, часа три, по-моему, покатался. Что я все не ездил. Хватит озвучивать, Джеки. Танцует у нас комарами рапка, получается. Красава. Суровые сибирские комары. Что ты накаркал, ну? Ты сможешь, Джеки. Ну что ж такое-то? Вдвоем там, что ли? Да у нас начинает раз. Мне нравится дорога. Сколько ехать еще, Джеки? 41 километр. Ой. Я просто переставил прям туда, куда надо нам. Я хочу очень красивым озером. Серьезно, 41 километр? Да. Такие, о, мне нам кажется, надо кого-то убить. Я знаю, давай, пацаны. Давайте отрубимся Санину ногу. Не надо, ребята, я знаю, давай. Это как Джек нас на Красностав вел. Вау! Ну конечно! И конечно, в итоге страдают невинные люди. Ты тоже врезался? Ну конечно, я не врезался. У меня машина прилетела. Нет прощения. Вы мне столько эмоций подарили. Что там у тебя? Ты не того бортанул. Да я не хотел бортовать, меня занесло на повороте. Здесь странно как-то, но мне нравится. Реально, на неровностях тебя подбрасывают, и колеса теряют сцепление с землей, и ты такой летишь, и такое замедление, вспоминаешь всю жизнь. Километров в час подбрасывают на неровности. Ой, нет, лучше не срезай, тут мост. Ну, он мост называется, ты же знал? Ну, обязательно через что-то. Он не просто так. Это так красиво вошел. Ой, градишко еще один маленький. Вон там башня, может ее откроем? Хотя, наверное, она закрыта так. Она цветом. Закрыта, да. О, люди. Прикольно живут. Я не угадал, да, с поворотом? Да. Ой, там кто-то не туда поехал. Ну, теперь. Волк, волк! Блин, чуть волка не задавил. Во, все, закончилось. Не объясни, откуда у вас вообще эти волки и медведи. Я только корову за это все за это. Это называется просто кислота. Просто кислота. Да, мы просто пыхнули. Пыхнуть хотите? Что, не хотим мы пыхнуть? Снег закончился? Да. Да. Ты прямо... То есть не глючишь, да? Если идете в бассейн, захватите с собой полотенчик. Чтобы не вымокнуть. И еще, пацаны, пэхнуть хотите. Джеки! Меня? Я предлагаю тебе остановиться и потом поехать всем по оффроуду посмотреть. Ну я вас сейчас довезу там до места, а потом поедем, окей? А ты скучный. Он же Малунгма. 34 километра. А, ну фигня. Так-то фигня, так-то. Как-то да. Тут пожарка куда-то едет. Не дай ей доехать, пусть горят. Машину реально раскачать можно, да? Слушай, пристройся за пожаркой, типа, короче, это. Физики. Воу! Извините. А вы реально какие-то гонщики. Сейчас вот опять, вот смотри, я просто жду. Мама фуру убила! Это было специально. Три идиота на дороге. Полицейский департамент. Три идиота и мы. Да, первый идиот не. Фуры, второй идиот бетономешалка, а третий едет вот на этом. Я по внешней стороне. Ну, это я вижу, там летит всякие быть. Знаки там, кажется. Если кто-то сюда приехал... Пацаны, он... знаки нужны! Мне нужно было свернуться. Ты с таким грохотом ездишь. Я с тема такого выехал. Привет, большая дорога. Знаешь, что нужно в этой игре еще? На капот два пулемета поставить. А, ну да, и все. И такие... Вот их обоих такие... Гермагеддон, да, такой встраивает? Не, ребят, вот если б я покупал эту игру, я бы купил эту игру. Как говорил мой дед, я твой дед. Ну да, я купил. На. Я не врезался. Ну да, врезался ты. А вот здесь вот, кстати, было близко. Ой-ой-ой. Я не знаю, как я в это вошел, но я вошел. Ну, Артурчик! Вот просто он въезжает, и в меня въезжает огромная машина, джип парик говорит бешеный. О, зачем ты врезался в эту машину? Я случайно просто, я люблю обнимашки на машине. А кто последний?
Да блин, вот это нормально, я их пропустил, короче, чтобы подождать. И теперь они меня еще будут это самое. Не, вот это статичное. Вот что мне нравится, так это когда здесь появляешься на карте секундно, а не как в GTA 5, когда ждешь там загрузку консоли 20 секунд, пока тебе на трассу. Мне больше в GTA Online нравится грузиться в онлайн вообще, как игра грузится, это так. Сколько времени. Мне в GTA Online нравится GTA Online. Нам нравится загрузка. Ты меня? А почему ты поехал, а я нет? Потому что номер третий. Так а чем мы в город, да? Ну, нет. Я как бы тут вообще не по дороге еду. Мне трудно судить. Капец, здесь же отбойник, зачем я за вами поехал? А интересно, по этой всей как бы штуке вообще можно ли ехать? Можно! А где я еду? Я сейчас улечу с этого. О, пипец, короче. Ой-ой-ой, я тебя вижу. Я рядом с трассой. Я рядом с трассой. Я, короче, в шоке от того, где я еду вообще. Я вижу, ты слева, да? А нет, он слева. Я слева, да. А я по трассе. А, было, тут же было место. Блин, ехать на нее невозможно. Можно, можно, там что-то будет. А, все закончилось. Ой, кукурузник летит. Целована. Фиаги, подними голову наверх. О, машина! Ты за дорогой следи. Подними голову наверх, говорю. Не, вот сейчас у нас такая полупустыня. А мы где едем-то вообще по карте? В жопе. Ну ладно. А так пустынно. Еще 25 километров ехать. Ну мы довольно быстро едем. Это реально самая крутая вообще видеосъемка, которую делал в своей жизни. Да, направо поворот! Да. Когда-нибудь мы в жизни вот так вот, да? Поедем. Да, да, будет. Нет, я так не хочу, я хочу не влезать. Так мы быстро кончимся. Не влезаясь, интересно, знаешь. А ты не хочешь узнать, в жизни так же быстро ты появляешься или с длинной загрузкой? Я, кстати, думал об этом. Мне кажется, это, наверное, так и есть. Ну, я думаю, как бы игра же не будет врать. Ну, как бы, вот это логично же, ну. Вот. Поэтому... И вот эти вышки тоже надо будет доходить. Я думаю, фильмы не врут. Вообще, вот вы наверняка замечали, как в одном фильме человек умирает, а потом в другом улыбается, короче. Ну да, Мишель Родригес надо вот у меня спросить, как он так думает. Да? Вот. Происходит же такие чудеса. Машины сейчас. Это для тех, кто за сюжетом следит. За лицами. За сюжет направлен, кто там убитель 24. А у Вин Дизеля глаза светятся. У него и лысина светится, он вообще какой-то светлый человек. Он есть Грут. По крайней мере, при встрече, я бы другого не сказал. Во-во-во-во-во! Шикарно, 5 метров просто взлетел. Мы на такой скорости несемся, что я на секунду притормозил. Ну, притормозил, понял. Вот я сейчас на максимум по ровной дороге. Он уже на километр улетел от меня. 276. Мой предел 276. 290 я разгонялся. Ну вот, видишь, у тебя тачка лучше. Нет, я разгонялся на той первой, черный. На Астон Мартине, что ли? Нет, который по сюжету начали, я не помню. Ты красиво сейчас проехал. Смотри назад. Чудеса. Вижу. Мы там с Артуром едем. Блин, я думал, кто-нибудь тебе на стрижку поедет. Не сработало. Пацаны, подождите меня. 19 километров еще. Да быстро едем, нормально все. Впереди смотри, вот. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Да, да, да. Опять засмотрелся, там город просто очень красивый, подножие горы лежит. Да нормально все. Нам дали 5 ачивок за то, что мы 115 километров проехали. Не, мы уже 115 километров проехали. Ну, я уже 125 у меня на машине. А, смотри, 128. Ой. Это я из-за того оффроуда больного. Ну, да, наверное. Там каждый метр за километр считается. Слушай, ёпту. Знаешь, куда едешь? Нет. Я надеюсь, я правильно поехал. Ну да, да, правильно. Вот это место мне так Road Rash 3 напоминает. Не знаю почему. Я хочу Road Rash. Кению. Чтоб пинать там вас. Пинать ногами. Да. Так вон какая-то игрушка индюшная есть. Но и она там... индюшная, она еще не вышла, по-моему, даже. Ну и что? Они еще только там миллиард долларов пытаются собрать. А, ну... Куда? Как, свой проект. Куда? Куда? А, налево. Налево? Да. Мне нельзя налево, у меня нет поворота пока. Железная дорога. Остановись на ней.
жди, пока я не скажу едь. А я не скажу. Не, да поехали, я пошутил. Вот! Ночь уже становится. Кирпичи-то вот они. Это лучше всяких хорроров. Когда ты видишь, на тебя летит со скоростью 300 км в час какая-то некрасивая, уродливая машина. Я просто врезался в это самое красиво. Ой, еще один смотрит. Ой, на меня копы, пацаны, пацаны, сейчас повяжут. Кричи, копы говня, и все. Копы говна! Вот так вот. Что такое? Они хотят мне еще 5 лет впаять. Ой, прям перед ними. И врезался. Кто-то там реклес драйвинг, я вообще не понимаю, о ком они. Так, ребята, дорога-то хорошая кончилась, я вас поздравляю. О, нормально. Нормальная дорога. Остановился на железной дороге, и человек уже в километре от меня. Сейчас у вас кончится нормальная дорога. Вау, вау, куда дорога делась? А! Я только что был на дороге. Хорошие дороги в Америке, о, говорили мы, они. Мы до западного края добрались с вами, ребят. Мне дали за это чип. Мне тоже дали. Сюда приехать. Странно, я вот врезаюсь, врезаюсь, и фары не бьются, а то в реальной жизни так же будет. Ну, конечно. Блин, круто. Зачем-то люди машины ремонтируют вообще. И ачивки тоже в глазах появляются. Детали изменяются. Да, ачивки. Джек, давай помоги мне, из чего они сделаны, я придумать не могу. Отмазку. Кто? Фары? Да. Я думаю, они сделаны из крутости, из слез Чака Норриса. Да, возможно, там в перемешку с яйцами. А! Сделаны. Просто стекло дул Чак Норрис. Из драконьей кожи. Ну, тоже неплохо, да. Я бы даже сказал, драконьей кожи. Но я бы не говорил в сочетании Чак Норрис дул при нем. Он не любит эту широкую сапу. Да Чак Норрис, это вообще... Вообще отстой! Хватит бортоваться. Сами бортуйтесь, я вообще тут похуй. Вай! Лиза. Вот. А! Мы на какую-то горбатую гору едем или куда ты едешь? Да, едем на горбатую гору, ребят, втроем. Я, пожалуй, у подножия останусь. Тут такая музыка. У меня играет та-та-та-та-да-да. Та-та-та-да-да. Я не слышу, что у меня играет. У меня очень громко шумит движок. Че я? Уходи. Как ты сказал, матом? Еще раз. Потом этими руками маму обнимать. Ну-ка, подожди. Мне этими ногами обнимать, я тебе скажу больше. Тебе этими ногами? Да. А я у тебя скинутые ноги. Конченый. Кролик, кролик. Конченый кролик, кролик. Гоняется за кроликом. Кролик такой, сами вы кончили. Отлично, убили человека, да, тут уже успели, машина врезалась в дерево. А! Джек, это было подло. Знаешь вообще? Я просто... Чего вы предупреждаете? Ну что ты, мать твою, делаешь? I threw it on the ground. Машина, пожалуйста. Еще один. Артур опять там слетел куда-то. Прикиньте, оказывается, на Артур, вот нажми справа от надписи Razer кнопочку под правым стиком. А, и чё? Джек. Ты едешь, да? Ну, ну, всё. Смотри, смотри. Что там? Ну, уже поздно. Блин, я не темно просто, я тут обрыв. А вот время суток, кстати, говоря. Ну, давай. А если с этой горы вниз катиться? Да легко было вообще. Оп, чё нет? Да, быстрей. Опять снег начинается. Да. Снег начинается. Это все Джек виноват. Конечно. Где там твой Йеллоустоун-то? Сейчас уже приедем. Как ты уже все-таки перебывал? 20 километров осталось. У меня что-то капот начал это, в разные стороны ходить. Да, чё? Он так ошибка. И долг. Все. Блин, а иногда тормоз нажать полезно. Иногда, изредка. Я увидел это, да-да-да. Смотрел назад, ждал, как поворот пойдет. Я решил без тормоза сделать. Ну ты почти срезал. Жалко, что в другую сторону. Очень полезная вещь, на самом деле. Тормоз. Джек, мне страшно, тут надо затормозить. Она в тебя и доехала. Ну, так, тихонечко. Вот,
Ах, как же это подло! С мягким знаком. Знаешь, что тебя так, сука, крутит? Что-то мне пометку показывает, что я... метка сломана была, а то мне показали, что мы едем 10 метров, а потом бац, и 4 миллиона метров осталось. Я так очень неплохо рот открыл. О, тут народ живет, прикольно. Так. Лыжники, наверное. Круто, да. Ой, ветка, забор, ветка, кусты, черт, машина. Деревья. Хорошо, нормально, я жив цел. Орел. Помидор. Жив цел, помидор. Жив цел, томат. Жив цел, помидор. Коза, боже. Похоже, там кетчупа набрызгало. Ночная дорога. Хватит ломать заборы, Джек. Они тут вообще не так поставлены. Не к месту, согласен, вообще не так. Просто планировкой какой-то придурок занимался, мне кажется. Тут водить не умеет. Кто-то вообще уже на шоссе. А ты не знаешь, куда ехать, едешь. Я вообще дороги не вижу, темно. Включи фары. Лось. Пипец, он был реально просто вообще... Я не проехал никакой перекресток? Проехал. Так, секунду. Вы там пока езжайте, я сейчас вас догоню. Хорошо. Здесь какой-то мужик ходит, давай его задаем. Да я тут всех давлю потихоньку. Так, а что, мы доехали, что ли? Да, да, вот это озеро. Salt Lake City? Вроде. Нет. Торонимся. Это озеро такое. Тут можно по водике. Что меня здесь пазлики? Что это за фигня? Да это нормально. Мужик, дороги. Там-та-та-там-там-та-та-там. Еще раз. Короче, на этом я предлагаю завершить это видео. Да, мы сделали офигеть какую дорогу. И поедем на самом деле посмотреть. Вот мы вот это вот все. Да, и завтра в следующей серии мы поедем до Лос-Анджелеса, наверное. Во, Лос-Анджелес. Сначала Лос-Вегас. Нет, давай до Лос-Анджелеса, от него Лос-Вегас. Не знаю, посмотрим, короче, это все будет в следующей серии. Лас-Вегас просто типа по дороге. Ладно, Лас-Вегас, все хорошо.